Мужчина ворвался в дом и избил четверых детей, связав им руки и ноги в Алматинской области. В этот момент они были одни. По неподтвержденным данным, злоумышленником оказался знакомый матери. Он разбил окно и проник внутрь. Угрожал расправой, представляя нож. Крики и плач услышали соседи. Они-то и пришли на помощь. Инцидент произошел в Узунагаше. Злоумышленнику удалось сбежать, но на следующий день его задержали в другом районе области. Подозреваемый ранее судим является уроженцем Туркестанской области, сообщили в полиции. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районной полиции. С его участием проводятся следственные действия. Отметим, что операция по задержанию прошла в Карасайском районе Алматинской области. Ход расследования находится у меня на личном контроле.